В одном из торговых центров Днепропетровска состоялся необычный флешмоб. Певцы оперного театра буквально шеломили прогуливающихся посетителей исполнением застольной песни из оперы Верди «Травиата». Впрочем, удивление невольных слушателей сразу же сменилось полным восторгом. Так артисты Днепропетровского театра оперы и балета анонсировали премьеру «Травиаты», которая состоится 15 апреля. Эта постановка обещает быть очень масштабной. В ней будут участвовать около 200 человек – оперных певцов, музыкантов симфонического оркестра, артистов балета. Авторы проекта не упустили из виду ни одной детали. Созданы новые костюмы и декорации, среди которых стоит особо отметить панорамную роспись размером 11 на 25 метров. Последние 10 лет «Травиата» отсутствовала в репертуаре театра. Идея вернуть бессмертное произведение Джузеппе Верди принадлежит народному артисту Украины Юрию Чайке. К сожалению, Юрий Викторович уже ушел из жизни, но его идеи смог реализовать ученик, режиссер-постановщик из Харькова Алексей Дугинов. Еще одна интрига авторов постановки. До сих пор не оглашены имена главных исполнителей, о них станет известно лишь 13 апреля на генеральной репетиции. А тем временем в кассах практически не осталось билетов на премьеру.